обратно-то выйдем нахуй, видишь, там сейчас заедем, там поднимется, охуеем. Гружённый, как это? Срёбрит, ёпта. Да. На улице дождь, однако. Так, блядь, нету нахуй его. Нет, капает. Куда ты завел на Сусане? Чё тут Саня бы на девятке проехал? Не знаю, насчет девятки. Я там, пожалуй, блядь, девятый бы приехал. Бля, там впереди хуевое место было. Бля, я не знаю, чё, как там, бля. Будет еще, да? Да. В смысле, глубокое или что? Оно, блядь, хуевое, я не помню. Ну, блядь, такое. Там что, каша или что? Там все нахуй. Опять эти нахуй бревнышки. Может, куда-то дорога какая-то шла, что ли? Я тебе говорю, такое ощущение, как вот это, блядь, по этот, настил был, блядь. Они как эти ваги лежат нахуй, а сверху как будто доски были. Но... Только не доски, а бревна. Видимо, на сырых местах настил делали. Трактор, ёпта. На буханке проехал бы сами? Слева так? На буханке? Да. Где, слева? Тут, где мы едем. Вообще. Тут я режим пока... бездорожья включил. Пока ты не вижу проблем для буханки. А там что, режим бездорожья есть, да? Да, вот я его только что включил. Все, раньше выключил. Дорога нормальная была. Нихуя там шкребет все, бля. Я бы даже и выехал отсюда, но... Что-то зайцев нет, тут зайцев, блядь, пиздец сколько. Блядь, я зашкурен, блядь, беспокоен, забрал. Могу сделать, так можно было бы и ехать бы нахуй, блядь. Слышишь? Он сколько стоит в коре, нет? Да вот как надо, ой, позвонить, спросить нахуй, что он вообще поделит, сориентирует постоянно. Блядь, впереди, смотри, океан еще один. Опять такая же сила. Забудь, течет ее речка. Блядь, пиздец, река нахуй. Ух. Лишь бы не смыло нахуй. Я не представляю, что там с заливами, бля. Заливы это вкусные. Вам потом видите, чтоб вода не прибыла. Это я вам не обещаю.
зимовку ставим тут на 3 дня нам. Придется потом больничный рисовать. Больничный, ты что, в потере крови? Комары сожрут, что ли? Что-то, блядь, следов не вы, нихуя нет. Все утонуло нахуй где-то. Да, она там, наверное, рыбачит уже. Мы на вершине. Видос на полноприводную, да? Да. Че, на полноприводе мы бы тут все. Мы бы не поехали дальше. Курили бы. Большую на ванну. Ну, блядь, тут бревен, нету. Там еще один участок будет вроде бы с бревнышками. Вот это хуёво? Небольшой. Да? Это не, это асфальт. О, крыс прибежал. Это дорога хорошая еще. Хуёвая впереди. Брёвнышки, бля. Еба, я нихуя не вижу. Никита думает, нихуя ты лысый завёз нас. Да? Да, вообще пиздец. Обратно пешком пойдешь нахуй. Как бы мы все обратно пешком не пошли. Ты снимаешь, что ли, Саня? Да. Нахуй ты снимаешь, у него же видеорегистратор. У тебя там Wi-Fi есть скинуть, потом можно? У меня? Не питался. Да, есть. Я пароль только не помню. Надо не так снимать часами. Когда через лужи проезжаем, ты в окно телефон выставляй, но... и снимай. Да, чтоб тряхануло и телефон ушел. Ты его держи в руке, этот клипчик. Ты посмотри в окно, как он прыгнет. Покажите, покажите, я не вижу. 9,9, блядь, мотор нахуй. Просто. Ах, сука, я его облю. Мы, походу, нынче первые здесь. Первопроходцы. Саня, пила там у тебя под ногами. А, бля. Вот это мы приехали на рыбалку. Рыбаки. Нет, так. Саня, пускай не ебашь так сразу.
Ебани здесь, а! Сядь! Тут ебани, а оттащим ее. Больно большая. Во, и оттащим ее на сторону. Дорога освобождена. Цепь тупая? Хуёво. Чё, маленько подснял? Да. Ехали. Христофор, Америка. А мы Косинские заливы в этом году открываем, походу. Нет, вон следы есть Невские. А он за собой это завалил, чтоб никто не ездил. А?
как зовут? И где живет, не знаешь? Знаешь? Там агрессия раньше была. Я не знаю, 128 гигабайт должно хватить. Я потом у тебя положил это. Если ты себе перебросишь, а у меня останется, у меня место освободится. Я крутить его буду, он у меня выпадет тот. Там одно место примерно. Два. Нет, два. Вот это место очень хреновое. Немножко сюда отдавай. Немножко сюда. Ах, бля. Что это было? А что стукнулись? А? Отлично. Бля. Вот у нас хуёвое место. Вот у нас. В принципе, тут ездили. Вот есть.
сразу забыл. Ой, бля. Вот вот этот участок только, бля. А тут с разгону надо хуярить. Захар, как тут есть? С разгону. Вот это вот место? Не, вот это место проезжал аккуратно, а тут с разгону. Нет, тут проблема-то это не в этом, не в глубине лужи. Проблема не в глубине лужи. На, держи телефон. Проблема вот. Петушиный гребень посередине, когда он будет выезжать, он на нем сядет. Очень это вероятно. На. Держи, сейчас я проверю еще. Там дальше, заеби. Мы с половины проехали, больше даже. Там, не знаю. Так здесь вот он сядет, вот здесь. Mm-hmm. Он тут не придет. Прикурили, да? Ну. Если даже и вот то место проскочит, потому что машина как бы ходом вниз идет по гребне, то здесь он не это не придет. На, телефон забирай. Всех снимай. Всех снимай. Прикурили. Вот это самое хуевое место, да? Да, да. Было бы поплавнее, блядь, можно бы вправо взять нахуй и тут проехать. А там видишь, как тут хуяк сидит, пиздец. Сюда не заскочишь. Сюда-то заскочить-то заскочу, там потом, блядь, же. А-а-а. Здесь вообще не время. Там бы проехал и тут где бы. Но если бы не жить, не быть, нахуй, были бы лопаты, лопатами где бы нахуй писали. Но. Да ты что по этой? Ты вот в эту зайди, это глубокая пиздец. У Захара у него повыше клиренс, побольше. Поэтому он тут проезжает и шкребет дно. Я тебе говорю. Да, Соня? Приезжает этот нож. Нет, он не шкребет. Ну сейчас ты, может, шкребанет, не знаю. Ну, на Ниве тут можно. А там следующее место. Там все, там нормально. Там просто вот такой же это. Ну, понял. Это ручей, да? Можно, блядь. Здесь стянешь? И здесь не проедешь. И здесь засядешь. Миша был бы тебе то же самое.
у танка, и то, блядь, в таком месте стоит. Бля. Все, накатались. Рыбалка не удалась. Никитос, вот здесь вот место для разворота, иди сам посмотри. Что, рация не работает? Thank you.
защищать нахуй. Саня, тут можно не снимать. Там только большую лужу, когда будем приезжать, там включить. Пускай. Потом выберешь что. Там светло было, здесь темно уже. Как будто бы на следующий день едем. Да. Сейчас только щуки купить осталось. Денег нет на щуку. Можно продать место в машине до города. На деньги купить щуки. Никита привезет, а мы пешком со стопом доедем. Блять, комаров столько в машине, пиздец, блядь. Да, блядь, в городе нету комаров, куда ебалась, сука. Тебе надо было еще заснять то, что сзади все машина у тебя, а то у тебя одни кадры только спереди. Ты предлагаешь мне за машиной да бежать? Не, ничего не предлагаю. Не, вон тут снимать. Я просто говорю, что когда снимаешь, надо пытаться снимать с разных ракурсов. С разных позиций снимаешь. Интересно, как у тебя чистый видеорегистратор сейчас. Это охуенно. Водки-то сегодня попьем, нет? Сейчас на берег приедем. Или что, куда поедем? А? Кто что куда говорит? Мы, по-моему, нарыбачились. Поехали туда, к мосту, да и все. Погнали туда. Куда еще ехать? Где у политеха общаги? Политеха, тут городок. Там в Исаеве часто там. Ну руки стандарт. Мне утром звонят. Ту ночь в лесу провели. Ну они вечером дозвонились, я поехал искать, не нашел, короче. А что же они тебя-то? Некому больше было позвонить. Некому. Более больше машины. Ну. Мы здесь две лебедки купили и. Вроде на тасками типа. Это когда? А Тигуан-то переднеприводный? Да. Тихо. Со всех сторон вода шумит, речки бегут на. Вообще. Зона подтопления считается. Что это такое? Динозавра зацепили. Это где-то в диск попало. Диск, но песок попал. Галька попала. Истерется, перестанет. Больше нечему. У тебя же дисковые тормоза. Спереди, сзади. Попробуй назад. Тормозов не осталось. Нет, так все где распадаешься. Или на Самаха придет туда.
скажет, хули ты шумишь, блядь, я только водку собиралась пить. Нет, живой зверь такой есть, ходит по лесам, да, страшно. Волну пусти здесь. Вау, прикольно. Порыбачили прикольно, блин. Сука. Это знаешь, что? Зря ты бутылку водки, вот она всех и все испылила. Да нет. Нет, это не зря, это, блядь, до Куни надо ехать вам будет. Да. Ну вот, где воду набирали. Так, я гляну, что там у меня. В колесе, ёпты. А ты не видишь? Не увидел. Блядь, забыл. Ощущение, как вот у меня в дверях вода булькает, блядь. Человека. А нас четверо. А нас четверо. Тест-драйв. Да? Вообще шоссе нахуй. Аж даже замки закрылись. Ёпты. Здесь вот река протекает. Мужик-то, наверное, там в балке стоял, курил и думал, вот придурки, куда едут, блядь. Он, наверное, это считает, блядь. Так, первые, вернулись.
зарубки стали. Вторые вернулись. Ну, видишь, там стрял. Даже дальше сам проехал. Или это, наверное, с первой машины, кто показывал дорогу. Пока уходил, шел с будки, блядь, и движку сняли, и все, нахуй, колеса только оставили. Сейчас меня, нахуй, там поселит тоже. Второй. Блять, как хорошо, что Алка бутеров сделал. Там хлеб есть, сало я взял. А я ж ей говорил, блядь, помидорки, нахуй бутеры твои нужны, блядь. Ща приедешь, думаю, спасибо скажешь. Ща приедем, как водки навернем, бутеры не закусим. А лысый-то не пьет. Я сало приеду. А сало по-любому не такое вкусное, как я. Базаров нет. Блять, надо в Гамову еще съездить за салом. Ты же так и не забрал? Нет. Сейчас я буду ходить там. Ходит, колеса не спускают. Заебись.